Миллиард в руках опаснее динамита. Проблема стара как мир. Что происходит с людьми, когда в их руках оказываются очень большие деньги и возможности? Главный герой Полынский богат, но не в себе. А может быть, кому-то выгодно представлять это именно так, чтобы спасти многомиллионное состояние от бедных, но назойливых родственников. Пьесу «Дурачок» Алекса фон Бьорклунда режиссер Павел Карташов намеренно ставит с другим названием. Миллиард, наверное, потому что это символ. Нечто такого, что позволяет тотально изменить жизнь. То есть, когда ставки высоки, и желая получить что-то, вы подчас, желая счастья другому человеку, тем не менее, добиваясь своего, лишаете его этого самого счастья. Пьеса – настоящее смешение стилей и эпох. Действие происходит в дореволюционной России, но герои говорят языком наших современников. Конечно, здесь присутствует такой дух Чехова, Достоевского, но все равно совсем другой язык. Это современный язык. Немножко даже было трудновато, потому что мы привыкли вот к классике. И учить было, кстати, текст не так просто, как прежде. В образах миллиарда каждый может узнать себя. Доктор Самсонов, хоть и специалист, но беден и пытается заглушить свое отчаяние самым легким способом. А давайте водочки со мной. Бросьте мы это кислое вино. Водочки? Ну, разумеется, полезнее и эффективнее. Вы считаете? Поверьте практикующему доктору. Тот персонаж, который сломался. Сломался первый под гнетом этих больших денег. Потому что мы все, конечно, очень хорошие и очень хорошего мнения о себе, но никто не может предсказать, что с нами случится. Городской театр «Витражи» открыл уже 23-й сезон. В основном здесь ставят классические произведения, но с приходом нового руководителя решили замахнуться на современную драматургию. Я всегда открыта для нового, поэтому я думаю, что любой спектакль будет интересен. Все равно можно что-то для себя новое открыть, о чем-то подумать, наверное. В Самаре «Миллиарда» еще не было. Впервые его показали в Москве в лаборатории современной драматургии «Золотой Витязь». Режиссер и артисты надеются, что самарской публике эксперимент с «Миллиардом» придется по душе, и спектакль станет частью репертуара. Алина Чемерис, Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.